Дорогие друзья, участники конкурса, организаторы, члены международного жюри, с братским приветом из далекой и в то же самое время близкой России. Искусственные преграды, возводимые политиками, к счастью, пока не в силах разрушить то, что нас роднит, объединяет и наполняет жизнь подлинной полнотой и смыслом. Люди из разных уголков мира сообща делают общее дело. Это тоже своего рода литургия, как мы знаем из греческого. Есть проповеди, которые зажигают и увлекают сердца. И хочется верить, эта проповедь на языке фотографии найдет своего зрителя, который в суете большого города увидит то, что его на миг заставит прервать свой бег по привычному кругу забот и обязанностей. И, может быть, за этой плоскостью фотографического листа он увидит некие объемы смысла, которые в итоге приведут его к той самой спасительной встрече с тем, кто все и вся держит в своих руках. Спасибо за эту возможность, за сотворчество и сопричастность.